Сонки дёр топлашуда сөзде гызлы шаат фарклы таныклық бермекте. Русияның Жөнібер бимахкемесінде Хизбу Тахрир гелеқасы бар деп терроризм ве Русияды акиметіні кучнен запт етмейін тұлғында қабатланған 25 қырым татарының давасы бақылмасы девам етті. Осман Ариф Меметов, Яшар Муэдинов, Рустем Шейхалиев, Энвер Аметов и Руслан Сулеймановның давасы чершевесінде Озаны Рамазанов кыбы танытқан гызлы шаатны сұрғудан кечіргенлер. Адвокатларының сөздеріне көре обыры бірін зыт келген таныклық бере малюмат. Мен басына ачықламай, имаеджилерде екес шаат мабуслерін асла бүлмейтек ФСБ ілі ишбірлік япып, қырым татарларға қаршы ялан шаатлық бере. Мабуслер бұл шаатта Бақшысарада яшаған латыш Константин Тумаревичны таныды. Оны көріп оламасалар да, сесі деңіштірілген олса да, оның телефузы іле таныганлар. На те вопросы, которые бы изобличали его вот именно в сообщении суду и остальным участникам процесса ложную информацию, свидетель, как обычно, отвечая на эти вопросы ответами «не помню», «не знаю», «забыл» и тому подобное. То есть те вопросы, которые касаются объема предъявленного обвинения, именно конкретно тех действий, в которых вот, ну, мы полагаем, что незаконно и необоснованно обвиняются наши подзащитные, у нас свидетель не смог дать аргументированные ответы. В том числе свидетель не может пояснить источник своей осведомленности. Мабуслер тұтылған Ростов СИЗОсында запларға чек тұруф шарайтлер дей адвокат Алексей Ладин. Одаларда 37 дереже сыжақ. Мабуслер бұңая. Осман Арифметов пояснил мне, что у него постоянно скачет давление, ну, то есть повышается давление от такой непереносимой атмосферы. Он, конечно, пользуется медицинскими препаратами, которые передали ему родственники. Тем не менее, никто из ребят духом не падает, передают всем большой привет и слова благодарности всем тем, кто за них переживает и поддерживает их. Пневмонияға ұғырған 64 яшында сияси мабуз Зекерия Муратов мұшкул алды. Бұны адвокат Эмине Авамилева хабер етті. Ешгалжелер Муратовны кечкен сене язды. Алуштыда тұтып Хизбу Тахрир гелеқасы бар деп, терроризм ве Русияда акиметіні кучнен запт етмейін тұлғында қабатлай. Адвокат сезонның тиби болек юлбашысынен лафеті болған. Мабузте коронавирус хасталығы таздықланмаған, у интенсив терапия палатасында болуына, қанына аз оксиген бара екен. Ләкин тиби болек юлбаш сеті девіленов динамикасыны позитив кабакуре. Мабуз палатада озы юроп концентратор вастасынен нефес алайкен. Реанимацияда мұқтач дегіл. Адвокатның сөздеріне көре пневмониядан тедевіленовден ғайры дегер хасталықлары да ағырлашқан. Они также диагностировали, выявили у него наличие гипертонического заболевания, это высокое давление артериальное. Также мы указали на то, что у него имеется ряд хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, с опорно-двигательным аппаратом. И, естественно, при наличии высокого давления, ну, будем говорить так, сопутствующее диагностирование и соответствующее лечение очень важно, поскольку при таком уровне сатурации и при таком диагнозе состояние здоровья, ну, вызывает большое опасение. Рус ижгалжелері 8 мескун ер, янындаки Украина арбелері позицияларыны ұжым еткен. Широкина, Водинойеве, Авдеевка жыбарында 82 калибрлы майынларнен, Светлодарск, Золотой Дертве, Луганска янында чешит гранат атыжы системалары, бұйы калибрлы куршун атыжы тертібатлары ве куршун атқан селянен атеш ачылған. Украина скерлер арасында инсан хайплары йоқ. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Станом на 7 годину ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Нью-Йорктаки ресторан, спорт салонлары ве эгленже меркезлеріне тек ковидке қаршы ашыланған инсанлар кечірілейджек. Бұқайды әм мүштерелер, әмді хадимлерге тарқала. Мегаполисының акимиеті Бұқайды коронавирусының дельта штамы тарқалмасыны тоқтата біледей. So today I announced...
Я оголошую новий підхід під назвою «Ключ до Нью-Йорка». Уявіть собі, вакциновані люди зможуть дозволити собі будь-які розваги, доступні в цьому місті. Қайдеге көре инсан ич олмағанда вакцинаның бір дозасын алмалы. Ковидны белете білген менфи тест бұ мөеселерге кірме аққыны бермейджек. Для мене це найпростіший шлях. Так ми будемо в безпеці і знову зможемо об'єднатися. З одного боку, мені це не подобається, але думаю, охорона здоров'я суспільства важливіша всього іншого. Якщо хтось хоче вакцинуватися, то у нього є таке право. Також має бути право не вакцинуватися. Людина повинна сама обирати. Я щепилася, але думаю, що не маю права вказувати іншим, вакцинуватися їм чи ні. Бұл сыңғырлануылар августының 16-сында көрсетілежек. Ресми мәліматқа көре, Нью-Йорк сәкенлерінің 60%-ы вакцинаның ілк дозасынен ашыланған. Пандемия башлағанындан берілі шерде ұммен алғанда 2 миллион 200 бен инсанда чин вирусы белгіленді. 54 бен күші вифат еткен. Ватан яшайыш үчін төлікелі. Да, үч Беязрусия спортшысы Беязрусияны теркетті. Ганбол идманджысы Константин Яковлев Украинаға көчті. Беллеке Лукашенкаға қаршы нумайшыларда фаали штрак еті бұ себептен 15 күн сизуда тұтылған. Енгіл атлетлер Андрей Кравченко, Вияна Максимова Алманияда қала. Кравченко Беязрусияда наразылық юрушлері кечірілгені вақыт тұтылып 10 күнге мақкум етілген еді. Беязрусия чапыджысы Христина Тимановска Япониядан Австрияға кетті. Эвеллеру Варшаваға кетменге планлаштырайды. Полония үкіметі оңа гуманитар виза берді. Фақат дипломатлар Тимановскаяның телекесіліге аққанда тұшынып, оның рейсіні деңіштірділер. Тимановская Полонияда сияси сығана қала біле. Оның ақайы Беязрусиеден Украинаға келді. Ама Тимановская Алман газетасына берген интервьюсында оның көчмек қарары сиясетінен бағлы дегел, о кележекте Беязрусиеге қайтмаға істегенін білдірді. На самом деле, никогда я не вмешивалась в политику, и изначально вся эта ситуация была не о политике, я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, о том, что они принимают решение по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами. Қавға Тимановская іштимай ағыларда өз джима тақымынан идманчыларына оны 400 метрлік чапуф эстафетасында іштрак әттіргеніні тенқыт еткен сонра башланды. Бөлі месафеге о азырланмаған еді. Олимпиадада 200 метр дистанцияны чапмақ керек еді. Сонра спортшыны Кучнен Минске қайтаражақ олдылар. Ләкен Токио авалиманында о полицияға ве Халқара Олимпик комитетінің азыларына мұраджат етіп, ярдым сұрады. Оны Полония елчілігіне алып кеттілер. Халқара Олимпик комитеті өз хулясасын азырлай. Тимановская есе спорт карьерасына девам еттіріп, ең азындан 2 Олимпик ойынларында іштрак етмеге ұмыт ете. Қайсы мемлекетіні тағдым етежегі да белі дегел. Мукафатсыз олса да эббір чемпион. Бөле сөзлерінен Ленур Темировны Токиода кечірілген Олимпиададан Киев жыварындаки ескі қырым қавиханесінде оңа қол тұтқан мұхлислері қаршылап алды. Бірабірлікте Японияда девам еткен ойынларына сейретелер. Анда Украинаны темсіл еткен Парвиз Насибов кумош, Жан Беленюк ісе алтын медаль қазанды. Ленур Темиров бірінші тұтышуында Өзбекистандан, екінші тұтышуында есе Ерменистандан олған рақыплеріні еңіп, үшінші тұтышуында Япониядан олған рақыбыны юттырды. Нәтижеде тунч медаль үшін күрешмеге ақ қазанды. Соңғы тұтышуында есап бір-бір олғанны бақмадан, әкемлер ғалебені Қытайдан олған спортшыға берді, чүнкі үш ай әвелсі яңы қайделер көрсетілген. Ребята, все говорят, мы считаем тебя чемпионом, ты, медаль была твоя. Потому что, ну, правила такие, ну, мировой спорт, да, он постоянно любит делать разные там подножки спортсменам, можно так сказать. И буквально 3 месяца назад там были другие правила, по которым бы вот наша схватка оценилась бы в мою сторону. Исмет Салиев спортта Ленурның бабасы кібі. 6 яштан башлап, оның идманджысы. Енді 25 ел берабірлер. Исмет Салиев 3 халқара спорт ұстасын азырлады. Шымдылық Ленур Темиров ең юксек нетежек остерген. О 2012 сенесі Лондонда ве бұ сене Токиода кечірілген олимпик ойынларында муафақы етілі іштырак етті. Достойны вышыл.
показал, проявил характер, все. Да, он сделал свои коронные приемы, и не один он прием применил и выиграл титулованных там призеров Олимпийских игр там. Вот. На чемпионате мира он ему проигрывал за выход в финал, этому Стажмурату, да. Вот. А в этот раз он его 5-0 выиграл. Это первые встречи. Это было для меня эмоционально, для него подъем. Ленурнан омыр аркадашы Ленара Акайны қаршыламақ үшін Қырымдан келді. Евде екі баласы беклей. Ярмадада бутон Корантанен топлашып, Ленурнан эр бір тұтшуыны Эйджан или бақып, қол тұттық дей. Смотрели все у нас в доме. Ну, родные, близкие, тети, дяди, братья, сестры. Более 30 человек. Только у нас это в доме. А так в основном по всему Крыму. Главное, что было здоровье. Для нас это чемпион. Крым татар халқынан сүргінліктен қайтып, Зиманеви тарихында Ленур Темировнан олимпик ойынларында иштырағы бұйық шерефтір. Алимдар Белялов Ленурны яшлықтан біле. Ленур Судақта Алимдар ісе ескі Крымда идманаты еді. Базы вақыт ісе ярышларда күреші еділер. Ленур Темиров на сегодняшний день очень высокий уровень показывает борьбы с технической точки зрения, с физики, да, которая у него есть, и профессионализма. Да. Олимпиада прошла. Я, для нас, для народа он всегда чемпион и будет им. Всю Олимпиаду, все схватки у него проходили в активной позиции, он никогда в пассив не уходил. Крымнан спорт куреші федерациясынан президент Муавина Имран Усинов қайдеткенне көре, Ленур Темировнан олимпиадада иштырағы халқына бірлештірді ве бірчоқ инсанны спортқа желпетті. Курешнен асыл мирағы олмаған инсанлар маңа яза еділер, Имран трансляцияны қайда яйыны тапмаға мүлкін деп сұра еділер. Я сен курешні бақа жаңым деп, мен де сон тәжіпленіп бұсы суалыны берейдім оларға, ама керчектенде спорт бірлештіре екен, ве мен білесем Крым татарлар үшін бұйында яңы олимпиаде вері башлады, нешін дегенде бойлы парлак озын олимпия ойынларында көстермеге пек буюк галибе менже энди. Ленур Темиров мугаймай Окенеде олимпик кылымына кайтмага азырлана. У меня есть желание дальше участвовать на олимпийских играх следующего цикла, тем более они скоро уже начнутся. Возраст мне как бы еще позволяет, и я готов дальше сражаться и побывать сейчас еще раз на Олимпийских играх в Токио. Оно, как я уже говорил, как наркотик. Хочется вернуться и еще раз забрать эту медаль. Пока есть возможность, почему бы нет? Я смотрю по его настрою. Он пока не добьется медали на Олимпийских играх, он, по-моему, уже настроен на следующие Олимпийские игры. Крымда яшап, Курантадан узылып Украина қытасында идманлар кечірмеге, ярышларға азырланмаға пек қиын дейлі Нур. У меня нет крыши над головой элементарно. Я в Киев приезжаю, и здесь я нахожусь как абы там, друзья там, тут тренировка 2-3 дня пробыл, опять сборы, и здесь перекантовался. И то есть у меня нет крыши над головой, хотя у меня два ребенка, жена, у меня есть семья, которую я люблю и не хочу не расставаться надолго. И, во-первых, я готов даже перебраться сюда полностью, в Киев. Ленур Темиров, Идман Джисынен Берабер, Крымға қайта, анда сойсо, баллары ве достлары беклей. Біразыр атланып, кенеден Невбетеке олимпик ойынларына азырлық башлатмаға ниетлене. Крымға олимпик ойынларының алтын медалыны кетірмеге арзу ете. Шевкет Наматулаев, Ислям Пинка, Заман, АТР.